Библиотека – это прежде всего книги. Какие книги, наличие их в фонде и его учет – всем этим занимается Замира Хамдохова, заместитель директора межпоселенческой библиотекой аула Кашхабль. Ответственная, скрупулезная работа требует мастерства и умения. Замира Нурбиевна – надежный и верный человек. Выбрав свое призвание в юности, не изменила ему ни разу. Всегда болеет за свое дело. Ну, пришла я в библиотеку в 99-м году. Проработала уборщицей 1 год, весь день проводя с коллективом. Понравилась работа библиотекаря. Поступила на филфак, появилось место, стала работать библиотекарем, а там дальше с одного отдела в другой, то работала библиографом. И в 16-м году стала замдиректором. Приятно, когда встречаешь человека, влюбленного в свою профессию. Именно влюбленного, не просто хорошего специалиста. Знающего свое дело, все его нюансы, отдающего своей профессии все свои знания, умения, силы, свое время, все творческие возможности. Именно таким профессионалом является Замира Хамдохова. Любить вот профессию библиотекаря надо в первую очередь любить своих читателей. Вот для меня победы нашей Кашихабльской ЦБС всегда радуют, наши вот эти мероприятия, культурно-массовые в первую очередь, общение с людьми, с книгой. Неоднократно за свой добросовестный труд Замира награждалась почетными грамотами и благодарственными письмами. Говорить о ней лишь как о библиотекаре неправильно, ведь она еще нежная, заботливая мама, любящая и любимая бабушка. Главная ее награда – это семья. Почти 30 лет вместе идут по жизни с супругом Нурдином. Воспитали 3 детей, 3 внуков, которые радуют бабушку и дедушку. Коммуникабельная, вежливая, тактичная – эти качества являются главными штрихами в портрете Замиры Нурбиевны. Главное для нее – это чтобы посетителям было комфортно в ее стенах, чтобы им хотелось вернуться сюда еще не раз. Преданностью своему делу заслужила авторитет у своих коллег, ну и, конечно же, у руководства. Занимаюсь в моей должности основном документальной работой. И вот каждые вот эти вот методички, как бы планы работы, отчетами. Начиная с 2019 года, как мы вот стали принимать участие в национальном проекте «Культура», всю документацию оформляю, подготавливаю я, ну, совместно, конечно, с руководством, то, что надо, куда обратиться, что, какой документ подготовить, ну, совместно все. Но радует то, что да, трудно. Это вот у нас в этом году должна открыться 4-я модельная библиотека. Но когда открывается вновь модернизированная библиотека и видишь эту красоту, радует, что вот такие проекты существуют, и вот мы в них участвуем. По всей республике наш район, можно сказать, на первом месте. Стаж ее трудовой деятельности 25 лет, поэтому невозможно оставить без внимания ее заслуги. Трудолюбие и широкая эрудиция позволили ей долгое время проработать на одном месте. Она владела своей профессией в совершенстве, работает всегда увлеченно со знанием своего дела. В коллективе я, вот как сказала, с 99-го года. Многие с тем, которым я работала много лет, уже на пенсии. А вот нынешний наш коллектив, я скажу, мы работаем сплоченно, все делаем вместе. Спасибо молодежи, которая тоже приходит, подтягивается за нами, хочет все, во все вникнуть, узнать. И напоследок хочется выразить особую признательность нашему библиотекарю за ее отзывчивость, не говоря уже о профессионализме. Сегодня наша героиня отмечает свой юбилейный день рождения – 50 лет. Хочется пожелать ей крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни.